Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. А вы в курсе? Распоряжение губернатора вышло о том, что сейчас введен в Рязанской области режим полной изоляции. Потому что в парках запрещено сейчас передвижение. Хорошо, я не строго не осведомлена, извините, пожалуйста. Смотрите, мы вам сейчас выпишем уведомление, там разъяснено. Хорошо. В соответствии с приказом, как себя вести в данной ситуации. Хорошо. Здесь подпись? Нет, подпись вот тут. На обратной стороне ознакомьтесь с распоряжениями, как что себя вести. Хорошо, спасибо, что осведомляете, спасибо, что охраняете наше здоровье. Спасибо. Всего доброго, берегите себя. Вы как попали в парк? С мячом, ну просто... Сократил. Домой, чтобы... Подойдите, пожалуйста, тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас на территории Рязанской области по распоряжению губернатора введен режим полной изоляции. То есть этот режим предписывает находиться вам дома. За исключением случаев обращения с экстренной помощью в медицинские службы, а также для прохода в магазины, для покупки вещей первой необходимости и продуктов. Сейчас мы вам вручим уведомление, в котором вам будет разъяснено. Чрезвычайное положение. То тогда да. Пока на данный момент мы предупреждаем, чтобы... Подпись, расшифровка. Ну что потом, я же вам объяснил, вы все прочли. Это мы пока всего лишь это носит уведомительный характер. Чего? Да, вы попробуйте, мне, пожалуйста. Нет, по области губернатора. Не стоит это. Да, работа иду. Подпись. Где работаете? Коронавирусной инфекции. Парк все закрыт. Мужчина, подождите пару минут. Здравствуйте. Долго вас задерживать не будем. Хорошо. Конечно. Двухметровую дистанцию соблюдаем. Что вы занимаетесь спортом, это очень хорошо, но в соответствии с распоряжением губернатора номер 101 РГ на территории Рязанской области введен режим полной изоляции. Да, я в курсе. В связи с тем, что гражданам предписывается находиться дома, за исключением случаев экстренного обращения медицинские службы, животных и выноса мусора. Ближайшие пункты приема мусора. Бегать тоже нельзя теперь? В данный момент да. Ясно. В данный момент нельзя, тем более в парк, потому что парки сейчас закрыты. Ну, все равно разъяснить мы вам обязаны данный факт, чтобы предотвратить распространение инфекции. Как у вас фамилия, имя, отчество? Держите уведомление, забирайте. Все, всего доброго, здоровья, не болейте. Спасибо. До свидания.
Спасибо.